Это мега-голограмма? Нет, друзья мои, это ясное безоблачное небо. Но не верьте мне, идите и убедитесь сами. Thank you.
Я в ванной. О, боже. Вот как эта тёлка выразила благодарность за то, что ты вытащил ее из задницы. Закрой рот. Я ушла буквально на час. Ты проверяла пульс? Ее больше нет. Как это случилось? Я не знаю. Говорю же, когда я уходила, Эва лежала в кровати, как обычно. А когда я вернулась... Бля. Я же не знала. Я... С ней надо что-то делать. Да, мне проблемы не нужны. Позвоню копам. Перенесешь ее на кровать? Ну да, это, конечно, многое изменит. Да, у нас тут смерть от несчастного случая. Нортсайд, Джексон-стрит. Нет, опасности нет. Это самоубийство. Акзав! Нет! Сегодня! Она умерла, вы не понимаете? Нет, травма-тим не констатировала ее смерть. Если бы у нее была страховка, я бы вам не звонила. Если вы не поднимете свою задницу, я приду и разнесу ваш сраный участок к чертовой матери. Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а? Окей, мне похуй, что вы там про меня напишете. Скоро приедут. Ну, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Ты потеряла близкого человека. А они получают по сотне таких вызовов каждый день. Ты сейчас что, их оправдываешь? Нет, не оправдываю. Надо хоть одеть ее, а то она выглядит не как человек, а как тело. Подожди снаружи, ладно?
Ты закрой дверь. Пожалуйста. Есть сигареты? Разве ты куришь? Давно уже бросила. Просто мне сейчас нужно что-то, кроме воздуха. Дай закурить, Ви. Ладно, бери. Это был ее портсигар. Хочешь, могу отдать. Нет. Раз он тебе нравится, оставь. Я даже рада, что он оказался у тебя. Черт, Эва. Это я виновата. Я думала, если оставить ее в покое и дать время, она встанет на ноги. Не понимаю, как так вышло. Я думал, Эвелин будет бороться до конца. Ты помнишь, что с ней делали? Мне кажется, она как раз боролась. Я больше ни о чем не могу думать. Только об этом. Технически с ней все было нормально. Кукольный чип работал. Значит, была какая-то еще психологическая травма. Я еще покопалась в ее виртах и нашла Дубмана. Он держал ее у себя. Насиловал. Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он ее продал. Я обнулил Дубмана. Не то чтобы специально, я этого не планировал. Но я рад, что так вышло. Да, и я рада. Не представляешь, насколько. Только это капля в море. Таких, как он, еще много. И с этим пора что-то делать. Например? Пока не знаю. Позвоню Сьюзи. Спасибо, Вей. Прости, мне надо немного побыть одной. Я тебе позвоню. Если что случится, я всегда на связи.
Закончили с Василиском. Хочешь на нем проехаться? Конечно. Скоро буду. Блять, Ви, он потрясный. А я уж понял. Я не понимаю. Неужели Арасаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте, ситуация в городе накаляется. Фиджаки знают, проскочит искра, заполыхает весь Джапантаун. Подавление беспорядков лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа. А, вот и ты. Горо, рад вас видеть. Я тоже рад тебя видеть, Ви. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру-сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Только я все равно не вижу, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши.
Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. У нас мало времени, Ви. И как вы хотите это устроить? Пока ты занимался своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте, в промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Ви! Это можно сделать тысячи разных способов. Мне нужны... Я знаю, что тебе нужно. Все уже готово. У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Где вы купили эту щепку? На той стороне. В Кабуке? Может, и правда попался хороший софт. А даже если и нет, я придумаю, как это исправить. Я на это надеюсь. Ну, идем дальше. Получить контроль над платформой – это еще не все. Меня беспокоит охрана, особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Окей, без проблем. Совсем без проблем? Это ведь большой риск. Я уже как-то успел привыкнуть к большим рискам. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. У нас мало времени. Сработало.
Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Куда вы все щемитесь? Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать пинг-понг. Что угодно, только не местное. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот арасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Расслабься, Джонни. Он, конечно, один из них, но, по-моему, нормальный мужик. Нормальный мужик? Это телохранитель ебучего Сабура Арасаки. Такую должность за красивые глаза не дают. Это что такое? Ты! Экитори! Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханака-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханаку-сама. У нас мало времени. Это будет самоубийство. Но я и более глупую херню творил. Еще более глупую, чем кража имущества Арасаки? Не, конечно. Этот рекорд я побью еще не скоро. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Че за вес? Не спускай его с поводка. Он же и пары метров не пройдет. Обязательно споткнется о свою ебучую честь. Я с вами. Вы же тут все равно ничего не знаете. Это правда. Мне пригодятся оба руки опытного вора. Хорошо. Мы пойдем с тобой вместе. Основная цель – защищать благополучие моей... Повар! Сделай погромче! Именно поэтому я принял решение... Йоринобу. Он самый. Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Скажите, что такое убийство моего отца? Разве это не провокация? Разве это не... Арасака. Это был монолит. Пока Йоринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции. Борьба за влияние. Все это... К слову.
фракции внутри Арасаки? Какие, например? Три основные. Гиджи, Хато, Така. Гиджи за стабильность и старый порядок. Их возглавляет Ханако-сама. Либеральное крыло Хато поддерживает Мичико-сама, внучку Сабуру-сама. Я мало о ней знаю. А Така — это группа предателей, которых собрал Йоримура. Есть и более мелкие фракции, о которых... О которых вы расскажете в другой раз. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться. Арасака-сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Юринобу? Из-за дочери. Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь, Ханако-сама спасла Юринобу от наказания за его проступок. Спасибо, что вы остаетесь с нами на 54-м канале. До скорых встреч! У нас мало времени. Спасать его станет некому, если только Ханако поверит нашей версии событий. Может, и совесть проснется. Вдруг у дочки Сабуры она есть. Ты забегаешь вперед. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Пойдем отсюда. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите еще. Опилки, пластик. Идем.
Я нашел хороший наблюдательный пункт. Осталось только туда забраться. Теперь туда. Нам очень повезло. Кажется, сегодня здесь никого нет. Я бы сказал, что отсюда красивый вид. Если... Если? Если бы было на что смотреть. Вы так не любите Найт-Сити? Наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно, ты ищи слабые места и бреши, а я подумаю, как лучше провести диверсию. Арасака не должна ничего заподозрить. Мы должны отвлечь их внимание, а не вызвать весь огонь на себя. Слева у тебя будет лучший обзор. А я попробую отсюда. Надеюсь, в этот прицел еще что-то видно. Ну, ты готов? У нас мало времени, Ви. Может, вы пока метнетесь за пиццей? Еда на вынос? Нет, хватит. Если бы у меня было время и свежие продукты, я бы сделал онигири с треской или с жареным лососем. Нет, даже лучше. Сумебоши. Это любимая закуска Арасаки-сама. Простая, вкусная и питательная. Я однажды застал его, когда он что-то гордо жевал. Это был протеиновый батончик. Сабура Арасака с протеиновым батончиком? Не верю. Солдатская еда. Ну ладно, хватит об этом. А то нам захочется есть. Можно у начинать. Нас мало времени, Ви. Вижу систему спутниковой связи и охрану.
И я могу устроить там диверсию. Трубы. Видите? По ним можно пролезть внутрь. Антенна. Скорее всего, центр системы безопасности там. Подходит для саботажа. Есть мост, но он охраняется. Пойдем туда, если другого пути не будет. Весьма неплохо. Замаскированные турели у ворот. Крайняя мера. Я не хочу здесь погибнуть. Кажется, я все увидел. Мы сделали все, что было нужно. Так что, начинаем? Хм. Ты так же говорил, когда входил в Кампеки Плаза? Я хочу убедиться, что мы не упустили ни одной детали. Давай немного подождем здесь. И если не случится ничего необычного, тогда можно будет начинать. Разумно. Почему бы и не подождать? Что? Не делай резких движений. Ты видишь? Кот. Какой красавец. Я думал, их уже и не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего. Может быть, это Бакенеко? Да ладно, кот как кот. Может быть, а может нет. Моя покойная бабушка знала много разных историй о Китсуне, Капа. И как раз собака Неко. А где вы выросли? Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. И каково это было, расти в Чибе-11? Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда по трущобам проезжали корпоративные транспортеры. Росака отбирала детей, но только чистых. Для чего им нужны были дети? Для корпоративной армии. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину, обедать каждый день. А когда сумел отличиться, еще и получил образование.
как салага превратился из уборщика сортира в телохранителя самого Сабуры Арасаки? У меня были самые высокие баллы в академии. Потом служба в спецназе. А Арасака сам умел видеть в людях талант. В смысле, вы прямо с первого взгляда понравились Сабуре? Он бы не стал самым влиятельным человеком в мире, если бы чутье не помогало ему принимать верные решения. Перед ним стояла сотня претендентов. Арасака сама заглянул в глаза каждому и выбрал из них того, кто будет служить ему лучше всех. И все, что вам приходилось делать, это убивать врагов Сабуры. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэллса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Не осуждаю. Неправда. Ты бездумно выступаешь против корпораций, их мира, их порядков, но не предлагаешь взамен ничего стоящего. Поглядите вокруг. Вот он, дивный корпоративный мир, который вы защищаете. Ты показываешь мне грязные улицы, как будто ничего другого в мире нет. А как же миллионы работников, которым Арасака дает защиту и средства к существованию? А как же дети из ЧБ-11, которые пытаются не сдохнуть с голоду в канаве? А? Корпорации тут ни при чем? Мы не в состоянии исправить все сразу. Thank you.
Давайте закроем эту тему, я устал спорить. Иногда мне хочется стать кочевником. Убежать от этого мира, забыть обо всем. Кочевники по своей природе не одиночки. Они ставят на первое место клана, не свои желания. Хорошо. Давай не будем углубляться в детали. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в Кампеге мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Наконец-то я с вами согласен. Я хочу рассказать тебе еще кое-что. Это касается Уэллса. Джеки? Что такое? Когда я пошел по твоему следу, остальные поехали искать Уэллса. Они забрали его тело. Хоть убейте, не понимаю зачем. Чтобы мать не могла его проводить как положено. У Арасаки есть способ получать информацию даже от мертвых. В смысле получать информацию? Не спрашивай. Я знаю немного, но мне говорили, что для этого используют программу душегуб. Они могут извлечь из тела Уэллса энграмму. Поврежденную, неполную, но все-таки энграмму. Ебаные суки. Куда они поместили конструкт Джеки? Этого я не знаю. Почему вы не рассказали раньше? Я не знал, можно ли тебе верить. Обстоятельства изменились. Кажется, Бакинека от нас устал. Он найдет свою дорогу. Как и мы. Я думаю, что нам пора размяться. Бля, совсем плохо. Ты выглядишь неплохо. Thank you.
Я буду на связи. Аккуратная диверсия. Это мой конек.
Thank you.
Я внутри. Хорошо. Теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Thank you.
тебя... Сопротивление бесполезно! Рано тебя заметила. Арсак уже прислала солдат. Опять тебя рюки. Снял. Ты сумасшедший.
Сопротивление бесполезно! Только не умирай! Все, я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управления внутри.
Это может быть обычный конфликт. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую систему. Несем большие потери!
Перегруппироваться! Перегруппироваться! Вали его! Платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь? Полный хаос. Даже крыша понемногу. Эй, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше.
По ним ты спустишься вниз. Ри, лучше поторопись. Арасака вызвала Ави. Сработало. Неплохо, Ви. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу.